Меня зовут Игорь Рядчиков, я кандидат физико-математических наук и заведующий лабораторией робототехники и мехатроники Кубанского государственного университета. Лабиринты и лестницы очень удобны для человека, но совершенно непригодны для роботов. Ровно год назад мы вчистую проиграли соревнования по экстремальной робототехнике. В этот момент я придумал Any Walker, очень интересную конструкцию. Раньше роботы использовали одни и те же двигатели для передвижения и стабилизации. Это порождало массу фундаментальных, аналитически неразрешимых противоречий. У Any Walker проблема стабилизации и мобильности решена принципиально иначе. За перемещение и сохранение устойчивости отвечают разные киберфизические системы. Законы управления ими полностью аналитические. Any Walker — это три ортогональных маховика с одним центром. Такая система стабилизации может быть встроена не только в нашу платформу, но и в роботов-андроидов, съемочные платформы, сверхустойчивые автомобили и мотоциклы и в другие инженерные конструкции. Теперь мы сможем делать роботов попутчиками человека. Any Walker станет универсальной массовой платформой для персональной робототехники. Все привлеченные средства мы потратим на ускорение разработки шасси и систем стабилизации. Any Walker стал победителем трека Robotics в федеральном акселераторе Generation S и признан лучшим робототехническим стартапом 2015 года. Мы рады, что вы узнали о нашем проекте. Знания и применение фундаментальной науки уже меняют наш мир к лучшему. Будущее ближе, чем когда бы то ни было.